гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Крупная птица. А, ну крылышки подстрижены, чтобы не улетели. Пожать-то птичка каждая любит. Гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Рядом лягушь квачет, и рядом птичка кушает. Вот бы сейчас кешу бы сюда нашего попугайчика бы, да? Гусь птица здоровая, гусь птица мощная. Гуси, гуси, га-га-га. А пух-то какой гусиный, пух-то. Летательные приборы у вас подстрижены. Гусиный домик, да. И по еде ходят. Ну как так можно, а? По еде ходить. Ну птицы, ну вы чё? Даже Кеша на кормушке сидит, но там не ходит. Он маленький попугайчик, средненький, а вы-то большие птицы. Га-га-га. Га-га-га. Гуси-гуси, га-га-га. Га-га-га. На солнышке беленькие, нагрелись хорошо. Да. Домашний гусь — это не дикий гусь. Это просто гусь. Ну как Кеша такие. Да? Да? Птичка любит каждая птичка вкусняшку, да? Птичка любит вкусняшку, га-га-га. К вам Карлсоны пролетят, ваши вкусняшки, наверное, тоже поклевать. Ладно, птички, давайте. Приятного аппетита. Типа.